На месторождениях «Газпромнефть» Ноябрьск-Нефтегаза готовы предотвратить любую стихию. В распоряжении нефтяников сеть добровольных пожарных дружин, которые знают, что делать в чрезвычайных ситуациях. Свои навыки добровольные пожарные дружины совместно с огнеборцами-профессионалами отрабатывают постоянно. Не так давно пожарно-технические учения прошли на Лынгапуровском. По легенде, возгорание произошло на РВС номер 5 объемом 10 тысяч кубических метров. Добровольцы мгновенно приступили к делу. Работники цеха совместно с подразделениями пожарной охраны организовали охлаждение горящего резервуара, а по прибытию дополнительных сил и средств ОФПС была проведена пенная атака. Конечно, говорят профессионалы, определенные шероховатости при тушении были, но в целом с поставленной задачей нефтяники справились хорошо. Моя оценка удовлетворительна. Сложности были с подачей воды. Изначально сразу включили насосы-повысители для повышения давления. То есть не было возможности открыть колонки. Потом насос выключили, то есть воду подали как положено. На охлаждение горящего, условно горящего РВС подано было 6 лафетных стволов. И на охлаждение соседних РВС были подключены кольца орошения членами ТПД объекта.